рында, который мой отец в 59 году привез из Севастополя. Я в честь Таганрога хочу прозвучал чистейший звук. Экскурсовод и по совместительству актер из Таганрога Игорь Пащенко знакомит туристов с загадочными старинными улицами приморского города. Гостям старается показать места, которые не входят в стандартные экскурсионные маршруты. Увлекается поиском связи с Таганрогом известных людей. К примеру, выяснил, что Таганрог – родина первой жены Достоевского. А публицист Поплавский жил в лавке Чехова и дружил с Антоном Павловичем. У Тютчева в молодости был роман с Амалией, которому отказала, и вышла в конце концов замуж за Адлерберга, который был градоначальником Таганрога. А Тютчев написал ей знаменитые строки: «Я встретил вас, и все былое». За креативный подход к работе Игорь Пащенко удостоен звания «Лучший экскурсовод». Лучшей гостиницей без звезд жюри признала Семикаракорскую базу отдыха «Казачья пристань». Там очень высокий уровень сервиса, там самобытная атмосфера казачья, можно жить в домах весьма недорого, доступно с выходом на берег Дона, прогулки, шашлыки, рыба, казачьи песни. Природа, богатая история, самобытная казачья культура, гостеприимство с каждым годом привлекает на Дон все больше туристов. Ростовская область входит в золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма. В этом году регион включен в проект «Гастрономическая карта России». Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.